Всем привет, друзья. У нас в последнее время немножко дождей. Ну и, понятное дело, трава подрастает. И двор, видите, зарастает. Но двор сегодня косить не буду, пока постоит. А вот за двором надо покосить, чтобы было видно, что здесь кто-то живет. Ну и, понятное дело, чтобы понимали, что человек аккуратный. Смотрите, подзаросло маленько. Здесь у нас электрики вырезали все, чтобы не касалось проводов. Надо будет убирать. Ну, пока я это трогать не буду, пускай лежит, сохнет. Потом как-нибудь я все это поубираю. А пока надо вот повыкашивать всю траву, смотрите. Травы достаточно. Вот. Если это кому-то не нравится, извините, ничем помочь не могу. Ну, покосим траву, будем потом попозже заниматься ремонтом дальше. Ремонту хватает. Сами знаете, работы очень много. Сегодня надо обналичкой заняться, обналичку сделать, стекла поставить. Ну и начинать профиль крутить. Крутить профиль, утеплять все это дело. Вот, в общем, как-то так. Ну, а потом заниматься уже замазкой, короче. Шпаклевкой. Но надо помыть стекла. Со стеклами беда. Помимо стекол надо еще поставить уголок. Он, видите, стоит за штативом. Я принес уголок. Надо убрать оттуда доску и поставить туда уголок. Один с одной стороны и другой с другой стороны. Возможно, даже убрать еще ряд кирпичей. Пока этим заниматься не буду, потому что надо привезти сначала двери. Привезу двери, ну, чтобы мне определиться по размеру, коробку выставить. Вот. Потом я уже буду все это дело убирать и делать. Вот, как-то так. Что еще? Еще есть товарищи, которые пишут. Вот говоришь, а делать ничего не делаешь. Ну, а кто здесь делает? Ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос. Если я этого делать не буду, я думаю, что вы этого точно не сделаете. Ваше дело смотреть, мое показывать. То, что я говорю, ну, я это, в принципе, и делаю все. Так что, ребят, как-то так.
Вот, время 7 часов утра. Все выкосил. Туда до соседа. Соседу еще немножко подкосил, он меня попросил. Не докосил, вот маленький-маленький кусочек. Вылетело, видите, оторвалось, короче. Все, надо сейчас опять по новой делать. Ну, а так все повыкашивал, короче. Все ровненько, красивенько. Вот так. Чистота и красота красотушечная. Сейчас поставлю по новой. Докушу там кусочек. Ну и надо будет, наверное, здесь во дворе. Ну не сейчас, немножко попозже. Там докушу. Что, у меня бачок бензина. Нормально, еще пол бачка. Бачок залил, вот еще пол бачка, короче. Ой, жесть. Сейчас по новой поставлю эту леску, вылетела. Пойду докашу, короче. Смотрите дальше. Хочу сказать по поводу ружа, которого я купил в рассрочку у человека, взял у соседа. Я, ну, в смысле, я в принципе давно хотел купить это ружье, но нет у меня такой возможности. А с соседом посидели, поболтали, у него ружье это, он говорит, блядь, ну оно мне не нужно, говорит, надо, он хочешь, забери. У нас с документами все. Ну давай заберу. Но я говорю, я не могу тебе деньги сразу отдать. Ну, там со временем, потихонечку там что-нибудь отдам. Да, конечно, без проблем. А в Инстаграме пишут, сидят. Вот, это тот, у которого денег нету. Лучше окно пластиковое поставь. Да, конечно, поставил бы. Были бы у меня деньги, конечно, поставил бы без проблем, ё-моё. Но нету этих денег, поэтому не могу поставить. Так что, ну, в смысле, я сейчас выясняю за ружье, чтобы там никто не думал, что типа вот у меня тут денег миллионы. У меня их нету, так же, как и у вас. Есть просто оказия, там с человеком договорился в рассрочку взять у него это ружье. Вот и все. И всего лишь. В общем, прицепился, ребят. Пока триммер в руках, отпустить не могу. Надо выкосить прям все четко. Вон, смотрите, как прям аж под землю прям все. Все это дело. Выкосить. Потому что после дождей она лезет и будет лезть и еще сильнее. Сейчас завтра-послезавтра она прям уже будет очень большая. Ну это же двор, блин. Надо, чтобы перед двором было чисто, ну и во дворе, соответственно. Так что сейчас пока с утра. Время только 8 часов утра. Я уже час выкашиваю траву, бляха-муха. Сейчас выкашу все. Чистенько сделаю. Ну и все, уже на неделю проблем не будет. В общем, как-то так. Ну что, ребятки, поперерезал я, короче, всех петухов за 2 дня. Это старый петух поставил варить, жира в нем, смотрите, сколько вообще. Пришлось, блин, старого петуха тоже зарезать, молодых гоняет и все. Когда их было больше, он их там, ну, просто гонял. Осталось 2, ну, я хотел 3 оставить, думаю, старого и, ну, молодых. Он, давай этих молодых убивать, блин, пришлось, короче, его тоже прибрать. Пришлось убрать его. Жирнючий подлюка. Так, что еще? Блин, не могу, куда-то ножик заделал, засунул. Не могу, надо обрезать, да, поставить как наличку. У нас утро. Это все, что вы там видели, это было вчера. Я вчера работал с триммером. И надо сегодня опять пойти поработать маленько. Там надо выкосить в огороде. И здесь докосить. Вот. Видите, эти воюют. Воюют что-то. Да, Димыч? Эй. Димыч. Ты мой Димыч? Такой бедный стал, блин. Вообще, стареем, да? Скажи, стареем, что делать? Ну, здесь вот надо выкосить. Там взялся, выкосил. Прям, ну, под землю прям. Здесь не доделал, отрываются эти. Леска, пластмасска, короче, отлетает и все, блин. Переселил всех животин вот сюда. Выгнал их из дома, нафиг они мне нужны. Вот они, прячутся там. Да, Маргося. И Маргоша сразу их тут любит. А то до этого к ним даже и не подходило. Вылезай.
Давай, давай. Где глаз закрытый? А? Котяра. Кот и три кошки. Капец, короче, обложился же этими животными, кошками, блядь. Да? Эти тоже расчухались, живут уже, видите как. Все уже, ничего не боятся. Ну-ка, чего там, рыжий, давай. Опа, пошла жара. Ладно, в общем, на этом все, ребят. Я видео закончу. Ну и буду снимать следующее. Надо заниматься. Вообще хотел поехать за дверями сегодня. Но не получается. У дяди Толи там что-то с карточкой. Карточку менять надо. А у нас только дядя Толя с прицепом. Вот. И, короче, буду я заниматься. Надо воду сюда тянуть. Вот буду заниматься водой. Притянуть воду, паять, делать. Вчера, что я еще? Я еще вчера поотрывал, ребята, весь гипсокартон. Ну, не весь, конечно. Здесь оторвал, вот. Тут поотрывал. Надо вот это тоже все поотрывать. Надо делать, ставить вот это электричество, все вот это. Делать, в общем, надо. Вот. Три, еще два вон висят. Все, надо поставить вот сюда, чтобы здесь все это было. Вот. Ну и все, что. Крыльцо это, наверное, надо снести тоже. Надо подумать, что с ним делать. Хочу, надо двери привезти, чтобы, ну, уже разобраться, что, как ставить ее, не ставить здесь. Ну, как ее ставить, сносить это крыльцо или нет. Я думаю, что сносить, наверное, придется, скорее всего. Чтобы она тут не мешала. И углубляться немножко туда, чтобы поставить дверь. Вот так. В общем, вот такие дела. Все, на этом я прощаюсь с вами. Понравилось видео, ставьте лайкосик обязательно. Не забывайте ставить лайки, потому что я смотрю, лайки не ставите вообще в последнее время. Там что-то, блин, вообще капец какой-то. Ну, не забывайте подписаться на канал. Новых подписчиков очень много. Я смотрю, человек 300 за последние вот эти видео поприходили. Всем спасибо огромнейшее за подписки. Ну, все, ребят, всем пока.